Привет, любимые мои. Давайте поговорим о дружбе между мужчиной и женщиной. Так много споров постоянно я встречаю на эту тему, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. И часто блогеры поднимают эту тему, и многие мужчины пишут, что да, дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Обязательно кто-то кого-то хочет. Им возражают, что вот, у нас есть друзья, мы иногда даже выпиваем вместе. И тут их парируют, да, если женщина с мужчиной выпьет, между ними обязательно произойдет интим. А если два мужика выпьют, то они просто выпьют, они просто друзья. Но подождите, если два мужика выпьют, между ними тоже иногда может произойти интим. И вообще, в принципе, если между мужчиной и женщиной возможен интим, это не исключает дружбу, потому что между мужчиной и мужчиной тоже же бывает интим. Так что мужчины не могут быть друзьями по той причине, что между ними есть вероятность секса. Там тоже иногда кто-то кого-то хочет. Ну, так бывает. Мужчин-бисексуалов их достаточно много. Не обязательно даже быть гомо для этого. Так почему вы исключаете дружбу между мужчиной и женщиной только на том основании, что между ними может быть интим? Даже если кто-то кого-то из них хочет, это не перечеркивает возможность дружбы. Дружба между мужчиной и женщиной может быть и в том случае, когда никто из них никого не хочет, и в том случае, когда кто-то из них кого-то хочет. И так может быть. Но у части людей действительно дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Например, люди с нарциссическими чертами, очень ярко выраженными, либо с расстройством нарциссическим, они не могут дружить с противоположным полом, потому что им очень важно, чтобы их хотели, ну, то есть они же постоянно самоутверждаются за счет всех окружающих. И сексуальность – это один из тех рычагов, которые им нужны. Поэтому они не могут искренне дружить, ну, то есть они вообще в принципе не могут дружить, да, а тем более дружить с противоположным полом без сексуального контекста. Поэтому да, вот и я замечала, что громче всех орут о том, что нет, это невозможно, мужчина и женщина всегда только сексуальные объекты, это не может быть по-другому, они не могут никогда дружить. Вот да. Вот такие мужчины и женщины не могут дружить. Дальше. Чем сложнее человек, чем более он высокоорганизованный, чем выше его интеллект, чем выше его образование, ну и вообще он такой очень сложно сочиненный человек, да, тем больше вероятность того, что у него будут реально друзья и мужчины, и женщины. Настоящие, ну, то есть без сексуального подтекста. То есть вот такие люди, они действительно умеют дружить без сексуального подтекста. Либо они могут разделять. То есть, может быть, у них и есть этот сексуальный подтекст, но это не главное, не ведущее. И в таких случаях, даже если секс и случился, он дружбу обычно не портит. Потому что, во-первых, таким людям вообще в принципе тяжелее находить интересных для них людей, собеседников, друзей. И выбрасывать возможность пообщаться хотя бы с противоположным полом, если вы на одинаковом интеллектуальном уровне, и у вас есть общие темы, есть общие хобби, вам есть о чем поговорить, это большая ценность, это более ценно, чем сексуальный партнер. Сексуального партнера найти намного легче, ну, просто красивого, просто противоположного пола. Этого, пожалуйста, добра полно. Но найти человека на своем интеллектуальном уровне, это уже для них тяжелее. Они не будут просто так разбрасываться возможностью общения и дружбы, приятельствования хотя бы с людьми противоположного пола, если те соответствуют их уровню. Понимаете, о чем я? Вот у таких людей, да, может быть дружба. У людей попроще, но оно им, ну, как-то, наверное, не очень сильно надо. И у них, в принципе, вот эта вот
само понятие дружбы, о чем дружить, у них тоже может быть очень упрощено, у людей, которые попроще. И тогда, да, в этом случае для них тоже женщина – это чаще просто сексуальный объект. Ну, потому что да, зачем с ней дружить? У них не так много интересов у этих людей, у них не так много потребностей что-то обсудить. Им хватает их окружения мужского, чтобы об этом всем подружить. У них нет проблем. Поэтому они не понимают, что это себя еще и дружбой с женщиной нагружать. А доступ к женщинам у них обычно меньше, потому что они, ну, как правило, и социально проще стоят, поэтому зачем упускать женщину как сексуальный объект? То есть для них она прежде всего сексуальный объект, да? Ну, то же самое с женщинами. То есть чем проще устроена женщина, тем проще она смотрит на мужчин, тем меньше она от них вообще всего хочет. То есть чем проще, тем меньше потребностей секс и деньги. Ну и все, и хватит с тебя. Чем сложнее устроена и организована женщина, чем больше круг ее интересов, тем больше шансов, что она будет видеть в мужчине не только секс и деньги, но и реальных друзей, и реальных собеседников, и таких родственных душ, с которыми можно обсудить, даже если это не твой любимый человек, с которым можно найти... Дружить можно даже по каким-то определенным и узким темам, когда встречаются два специалиста. То есть, понимаете, вот смотря на каких уровнях вы встречаетесь, есть люди, у которых в принципе вот этих всех уровней очень мало. То есть они прежде всего какие-то функции. Они мужчины, они женщины, у них очень примитивный уровень интересов. Они не особо специалисты ни в чем. У них все очень поверхностно и просто. Вот о чем они будут дружить? Конечно, для них главное – это сексуальное взаимодействие. Встретились самец и самочка. Все. Но если люди какие-то специалисты в узкой теме, вот мужчина-специалист и женщина-специалист, и они встречаются, конечно же, как специалисты, они найдут общий язык, им будет о чем подружить на эту тему. Им не обязательно при этом хотеть друг друга. Они могут быть вообще не во вкусе друг друга и при этом хорошими друзьями. В реальной жизни я встречала людей, которые дружили независимо от сексуального интереса. Даже я встречала людей, которые дружили. Потом, когда у них был какой-то период застоя с сексуальными партнерами, они решили заняться сексом друг с другом по дружбе, помочь. Им не понравился секс. И они после этого продолжили дальше дружить. Понимаете? Причем ну, много лет дальше после этого уже дружили. Этот секс не разрушил их дружбу. И если бы они дружили только ради секса, только ради того, что кто-то кого-то хотел, согласитесь, после того, как они получили секс, и он не понравился, и они уже поставили галочку, что секс не понравился, их дружба бы разрушилась. Но она же не разрушилась, она продолжалась. Значит, они не были реально сексуальными объектами друг друга. Ну и плюс мужчины, у них же, ну, по крайней мере, так говорят, что мужчины в целом рассматривают как сексуальные объекты процентов 80 женщин. Считают их приемлемыми для секса, сексуально интересными, сексуально привлекательными для себя. Ну, достаточно привлекательными, чтобы случился секс. И при том, что вот такой огромный процент женщин любой мужчина рассматривает как потенциальных партнерш, приемлемых, то, конечно же, получается, что почти все женщины для него действительно сексуальные объекты. Правильно? Но это же не исключает того, что кроме того, что она сексуальный объект, она может быть еще и другом. Если она находится на нужном ему уровне, и он тоже достаточно высокого уровня, чтобы было хотя бы о чем подружить. Понимаете, о чем я? Так что вот это очень такая неоднозначная тема. Просто есть часть мужчин и часть женщин, которые действительно не могут дружить. Между ними не может быть дружбы. Они друг для друга только сексуальные объекты. Но есть другая часть мужчин и женщин, ну, наверное, менее многочисленная, которые могут друг с другом дружить, между которыми может быть больше, чем секс, и независимо от того, нравятся ли они друг другу внешне, испытывают ли они какое-то сексуальное влечение или нет. Кроме того, согласитесь,
практически все психологи, вот тоже противоречие, почти все психологи говорят, что самые крепкие союзы семейные построены на дружбе. Ну, то есть дружба – это тот компонент, который очень важно, чтобы был в браке. Если его нет, то, ну, это не такой уж достаточно счастливый брак, или он может быть недостаточно долгим, или он будет недостаточно успешным, недостаточно комфортным. Вопрос. Если мужчина и женщина не могут друг с другом дружить, то как психологи могут утверждать, что дружба – это один из важнейших компонентов семьи, брака? Если его нет, то и сам брак тоже так себе. Я, кстати, тоже с этим согласна. Для меня всегда это было важным. То есть любимый человек в долгую, он обязательно должен быть другом. То есть это должен быть человек, который не только сексуально привлекает, но и с которым можно разговаривать взахлёб, с которым очень много общих интересов, общих тем, и с которым ты можешь и как друг все обсудить, и который может тебя поддержать по-дружески, и ты его можешь поддержать по-дружески. И тогда вы одна команда, вы друзья. И мне кажется, это намного более полноценные союзы, чем построенные только на сексе, на страсти и на сексуальном интересе. Вот вы согласны со мной? Скажите мне, пожалуйста. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Или вы все-таки не согласны. Возразите мне, пожалуйста. Опишите свои ситуации. Была ли у вас дружба с мужчинами, с женщинами? И считаете ли вы, что секс дружбе помеха? Или дружба сексу помеха? Или как? И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка под видео в описании и в подсказках. Я всех люблю, целую.